Всем привет! Решил чего-то сегодня карасиков половить. Не знаю, погода какая-то непонятная, хрень полная. Ну попробую сейчас. Ветерок вроде немножко так дует. Ну здесь затишок. Сейчас. Сегодня херабуна. Попробую сегодня на хозяин половлю немножко подлиннее. 4,5. Ладно, будем пробовать, посмотрим, что получится. Народ вроде сидит. Так, вот думаю, чего замесить. Карась 4. Это дикая битва. Дикую битву замещу. Сейчас стаканчик. А потом видно будет. Замешу, наверное. Не так, чтобы очень и не очень, чтобы так. Вот такой один большой. Наверное, долго сегодня буду сидеть. А сейчас вот где-то вот так вот у меня. Остальное сейчас досыплю так глютеном. И посмотрим, чего получится. А потом уже что-то дофига надо. Да, это нормально. Ну, примерно так. И сейчас такой стакан водички. Все сейчас на сухую перемешаем. Погода какая-то непонятно. Ну, чуть-чуть вот так. Если что, потом поэкспериментируем. Хочу попробовать еще сегодня желтое тесто какое-нибудь. На красное. Ну, сегодня прохладно что-то, вода уже холодная. Посмотрим, как у нас тут. Что получится. О, пускай настаивается. Мы пока место приготовим. Кто-то пытается клевать. Закорм не делал, второй заброс. Карасишка, первый карасик. Без закормов. Крючки у меня сегодня без бороды. Есть такой фэншуйстый. Сегодня у нас Корея. Он только закинул, опять кто-то начинает шевелить. О, на подъем пошел. О, плотичка. Садок надо. И полотенце достать. Крючочки 5 номер. Даже, наверное, 4-й это у меня здесь стоит. Без бороды.
какие японовские, какие не помню. Глубину поставил, чтобы три деления мне видно было. Просто так, чисто визуально. Что, сижу, рыбу ловлю. Тесто начало маленько подсыхать. Поэтому сделаем маленько так. О, так надо периодически. Поднял, ага, сбежал, проворонил поклевку, пока тесто сидел тут, смачивал. Вот такой получился нежненький пластилинчик, мягенький. Может, даже на протяг попробовать, ну, не знаю. Сейчас посмотрим, пока клюет. Судя по разговорам рыбаков за спиной, сейчас придут морду бить. Блин, меня скоро на речку пускать не будет. Ну, сразу начинает шевелить. Кончик удилища в воде лежит. Мелочь какая-то пузатая стучит по нему. Рукой чувствуешь. Звонкая удочка. Такого карбона спиннинги надо делать, микроджиговая. Мелкий карась сразу хопс и попер или поднял, а который покрупнее выкаблучивается. Рябь идет. Ну, поднимает, поднимает. Поднимает. Говорю же, который покрупнее. Ух ты. Еще карасик-то. Сфот, что ли? Попробовал на протяг ловить. Мелкая плотва одолела. Сразу сжирает. Откуда вылезла столько я? Опять на колобки перешел. О! Как бы подсадки пришлось доставать. Хорошие карасики. Вот там и поплавку не дали. Не дали. По воды перехватывает. Глубина-то, блин, всего ничего. Если бы здесь хотя бы метра полтора было, я думаю, до дна вообще бы приманка не успевала долететь. Мелочь бы все обжирала. Так делается так. Ложим крючочки. Оба-на. И таким же макаром и закидываем. Сейчас плотвень все обожрет. Мелкий. Вон уже эти ребята. Ну, вот до дна успел долеть. О, о.
поднимает, поднимает. Не карась. Опять один на речке остался. Когда это тесто кончится уже. Маленько осталось, забросов на 5. Я буду собираться помаленьку. Еще что заметил, тесто начинает посыхать. Клюет, но это чуть подмочишь. Становится такой мягенькая, пластичная. Карась крупный начинает клевать. Ну как, относительно крупный для этого места. И вон удилище, кончик в воде, постоянно кто-то там стучится. Мелочь пузатая. Рудочку хотят отвязать. За петельку дергают. Рыбачился что-то в хлам уже. И к обеду уже это рыбка что-то тоже начинает вяленько. Поклевывает, но не так бойко, как сначала, как приехал. Тем не менее, что-то там поймал. Сейчас тесто доловлю. Посуду помою, все уберу. Потом уже посмотрю, чего наловил. Дома. А будет грузиться по-нормальному в колбе. Что-то накосячил тут. Поплавки менял кого-то. Экспериментатор хренов. Хотя, в принципе, что, эксперимент это хорошо, зато понял некоторые вещи. Опыт он. Есть опыт. А его-то только на рыбалке заработаешь. Теория-то это так. Клюет сразу. Ну что-то сейчас вот то ли опять карасямбики маленькие подошли, то ли плотва мелкая. Да сразу хватает, куда-то прет на. Уже начинает шебуршать. Но некоторые поклевки не на подъем, а прям просто как стоит, так и поехал в сторону. Ни вверх, ни вниз, никуда. Это, наверное, крупняки мимоходом так заглатывают. Хорошо на корейское. О, попёр. И все, и мимо. Вот что это было? Что за гад? Куда закинул, там поплавок торчит. А лесочку еще притопил, вообще хорошо. Так, ну что, тесто его осталось. На пару раз закинуть. Хватит на карася одного поймать. Ну, может поплавать эти. Ну и крючочки, может. Побольше надо. Лапки побольше будут. Караси будут покрупнее. А может и нет. Я не помню, то ли 4-й, то ли 5-й номер крючки стоят безбородые. От Вариваса, по-моему. Не помню, точно не скажу. Но я в японских снастях брал, скорее всего, от них. Ну и повторю, удочка сегодня Хайзан 2, 4,5 метра. Тесто, что месил, видели там в начале ролика.
Вот этого стаканчика мне, в принципе, хватило на всю рыбалку. И то уже сижу, блин, скорее бы оно кончилось. Плотвички мало, после со дна ловлю. Пол воды там ее немерено. Так он одна затесалась он в садок. Наверное, первая какая была. А так отпускаю. Сходов, наверное, штук 15 было. Пока тут экспериментировал. Отдохнул здорово. Вроде не жарко. Вроде не холодно. Так, само то. Ветерок дует, ни мошкары, ни комаров. Красота. Сидит, так успела рыбу ловить. Все нас сожрали. А фотоаппарат я, наверное, все-таки привезу как-нибудь на рыбалку. Попробую чисто ради интереса. Чисто для ролика. Рыбу-то и так пойду наловлю. Хотя бы штук с десяток нормальных поклевок, чтобы было. Глянем. О, утопил. О, ё-моё, и убежал. Ладно. Тесто осталось как раз на разок. Все, осторожничает карась уже. Сначала-то приехал, как угорелый, клевал. Посмотрим, чего у нас там наловилось. Чего-то наловилось. Ну, так как-то. В принципе, карасики такие... Ничего, попадаются. Не скажу, что очень. Чтобы очень. Ой, что-то наловил. Сейчас сфоткать надо. Точно не поверят. Буду закругляться, наверное. Половил карасиков. Поймал что-то 44 штуки. Ну, штук 15, может, сошло еще. Крючочки у нас все-таки, наверное, побольше чуть-чуть. Ну ничего, не суть. Половил, классно. Ну, по крайней мере, с уловом, по крайней мере, отдохнул. Не знаю, сейчас посмотрю. Может, завтра скатаюсь. Посмотрим, пока время есть. Ладно, всем пока.